Здравствуйте, меня зовут Виктор, и я представляю вам свой коктейль Canton Tradition. Идея возникновения напитка появилась у меня, когда я изучал традиции разных народов, а также людей, достигших высоких результатов. Ведь представьте, когда-то китайская чайная церемония возникла всего лишь навсего как тренд. Ее придумал один человек, но спустя время это стало традицией, известной на весь мир. Я родился и вырос в семье чемпиона мира, поэтому традиции окружали меня с детства. Хотя ребенком я не очень понимал, для чего это нужно. Сейчас стало понятно, это соединяло нас и как семью, и как общество. Поэтому в своем напитке я хочу передать индивидуализм Европы и коллективизм Азии. В 2019 году Jim Beveridge получил награду Великобританской империи. Поэтому за основу своего напитка я взял Johnny Walker Black Label, великолепнейший купаж с неповторимым вкусом. Также у Джонни Уокера семейная традиция – это сыновья чтут своих отцов. При создании напитка я пользовался следующими трендами, такими как коктейли с низкосодержащим алкоголем, локальность, ферментация и безотходное производство. Поэтому следующим ингредиентом у меня стал кордиал из китайского копченого чая, органических кислот, а также сахаров, содержащихся в меде. Это все подчеркивает купаж Джонни Уокера Black Label. Третьим ингредиентом у меня стал исконно русский продукт, это квас. Впервые он упоминается в 989 году. И завершает мою композицию парфюм из цветков апельсина. Коктейль Trend and Tradition призван передать гостю традиции Шотландии, Китая, России в соответствии с современными трендами, что ведет к ответственному употреблению напитков и коктейлей. Спасибо за внимание.